Всем доброе утро. Пока Даяна спит, я приготовила нам завтрак. Сделала лечебный чай, имбирь, лимон, малина. Можно еще добавить меда, но у меня его нет, поэтому в этот раз без меда. Даяне рюмочку. Ей так больше нравится пить этот чай. С кружки тяжеловато идет. А у нас за окном выглядывает солнышко. Я сейчас пойду будить Даяну уже. Доброе утро, котик. Ой, смешная какая, сонная, сонная. Ну, как ты спала? Куда ты пошла? Пить хочешь? Я сейчас тебе погрею, подожди. На, садись. Ой, больной человечек. Сейчас буду делать волосики. Погрела ей воды. Очень, думаю, холодно. Пить холодную воду вообще не вариант. Ну, как ты себя чувствуешь, а? Хорошо? Играть будешь? Сейчас завтракать пойдем. Я там уже приготовила все. Лялечка? Где для Ляли одежда? Так. На. Лена. Тапочки, бодик, штанишки. Надо еще соску найти. Да, у нее соска была. Где бутылочка? Ну. Тапочки, да. Да, и тебе надо, наверное, одеть тапочки. В тонких носках тоже холодно. Я тут одела Ляле бодик. Так непривычно одевать малышей. Даяшка будет одевать штанишки. Справишься? Вчера, кстати, Даяна попросила маленькую Лялю. Говорит, мама, я хочу маленькую Лялю. Настоящую именно, не куклу, а настоящую. Тебе помочь? Нет. Сама справишься? Лучше. Вот, смотри, подожди. Вот, вот так вот, вот этой стороной. Давай. Я так рада, что Даяну интересовать начали куклы. Но давай, давай ты. А ты попку тут тяни. Давай на попку тяни, 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 тяни. Ох, эти маленькие ножки, да? Да, маленькие ножки. Вот. Все. На попку одень. Кто теперь тут такая красавица? Голос такой у Даяны. Больной. Ну что, пойдем завтракать? Тапочки еще хочешь одеть? Да. Ну давай. Давай. Маленькая мамочка. Так, давай, один я. Один я, один ты, давай. Ну, давай, 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 давай. Давай подержу. Одевай. Ой. Ой. Надо, кстати, наверное, на Алиэкспрессе заказать для Бэби Бёрна одежду, всякие причиндалы. Все. Красотка. Ну, сажай в коляску. Ой. Куда поедете? На троллейбусе. На троллейбусе? Да. Мы поедем на площадку. На площадку? Да. Ну, хорошо. Хорошей прогулки вам. Все, будем мы садиться завтракать. Всем, кто завтракает вместе с нами, приятного аппетита. Даяна попросила поиграть в такие карточки. Я пока буду готовить обед. Она будет сидеть тут рядышком. Принесла сама себе кресло. Говорит, я буду сидеть тут. Ну, сиди. Так, а я сейчас займусь приготовлением обеда. На обед у нас будут котлеты, лук, филе курицы. Не могу я так говорить. Говядина, шпинат. Спасибо. Довольная, понимает, что мешает и еще хуже делает. Так,
И сделаю легкий салат, просто огурцы со сметаной. Вот не знаю, с чем, с картошкой, с макаронами, не знаю, как-то все надоело. Вчера варила перловку, но там совсем чуть-чуть осталось. Посмотрим. Что ты хочешь на обед? Класс, ну тогда сварю тебе то, что ты захотела. Ладно, буду готовить. Я тут стою, плачу. Решила добавить еще хлопья овсянки. Половину хочу размолоть и половину сюда. И столько же самое перебью через мясорубку. Кстати, лайфхак для тех, у кого мясорубка не крутит в эту сторону, не делает муку. Крутите в обратную. Смотрите, как идеально получается. Класс. Открываете, и там вам готовая мука. Я добавила еще 3 ложки сметаны столовых. У меня тут получается на килограмм фарша 3 столовые ложки сметаны, мука, овсянка на глаз, ну и шпинат, лук. Все, теперь можно мешать и жарить котлеты вкусные. Я только что прослушала видео, услышала, когда она там кричит: не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она просто так играет, бегает, прыгает, бесится. Такие вот у нее игры, я представляю, о чем думают соседи. У меня, кстати, еще никогда не было в соседях детей, которые кричат. Мамочка, Да и она вообще мама, единственный ребенок, который так палку. кричит. Что ты кричишь Мама, я постоянно? стою палку. Палку ей, на. Все, иди. И больше не кричи, а то скоро на меня вызовут полицию и скажут, что я тут избиваю ребенка. Нажарила я часть фарша и остальную часть я заморожу, не хочу уже ничего дожаривать. Так, и у Даяны будет перловка, котлета и огурцы, паприка. Так, вот так вот. Сегодня все простенько. А у меня будут котлеты, хлебушек и тоже овощи. Все. Вкусно пахнет, кошмар. Все, будем садиться обедать. Всем приятного аппетита. Твое, твое. Так, Даяшка спит. У нее дневной сон. У нас светит солнце. На улице очень тепло. Прям очень. Кайф. Как я соскучилась уже по прогулкам, походить. Скоро, скоро. Осталось подождать совсем немного. Хорошо есть балкон, знаете, можно выйти, подышать свежим воздухом. Ну как, свежий в городе, конечно, не будет, но хоть какой-то, но воздух. Так, а я тут собираюсь. Осталось накинуть жилетку. Я сильно тепло одеваться не буду. Блин, что-то прилипло. Хочу сходить в магазин, купить свечи. Сейчас там акция и... Не знаю, что-то надо было из еды, я уже даже и не помню. И хочу посмотреть арбуз. Очень надеюсь, будут четвертинки, что крайне редко в магазинах бывает. Но нам больше и не надо. Даяна как-то особо, так знаете, много арбуза не съедает. Поэтому много и не беру. Так что вот такие вот дела. А, надо закрыть балконную дверь. Ну, мало ли, да. Ой, как она тяжело закрывается. Мне в понедельник должны уже прийти сделать окно, дверь эту. А то оно продувает и до конца не закрывается. И очень тяжело крутится. Короче, хозяин обещал в понедельник все сделать. А с ремонтом так и молчок у нас. Я не знаю, что делать. Самой грунтовать стены и просто их под покраску сделать. Не клеить обои. Тогда я могла бы и сама справиться. Он бы мне заплатил бы просто. Но... Я боюсь, что у меня получится все с косяками. Я ведь не мастер. Ой, не знаю. Будем в понедельник уже тогда опять созваниваться, списываться и решать. Ладно, все. Я побежала быстренько. Даяшка еще будет спать 1,5 часа. Так что мне как раз вполне этого времени будет достаточно. Все, пойдем в магазин, попробую вас взять с собой. Вернулась я домой, ничего не снимала, там музыка играла, как всегда. Посмотрите, что я купила Даяшке. Булочки с корицей. Они просто нереально вкусно пахнут. Ой, не могу, не знаю, как я удержусь. Может быть, не удержусь и съем одну. Так, купила еще чипсики. Сегодня будем отдыхать, смотреть мультики еще. И Даяшке купила сироп такой от кашля.
А то ее кашель мне совершенно не нравится. Сейчас пойду уже будить. Там в комнате у меня так тепло, солнышко светит, балкон открыт и совсем-совсем не холодно. Ой, а кто тут не спит уже? Привет, котик. Ой, сонное царство. Я тебе булочку купила. Ходила в магазин вкусную с корицей. Ой, ничего себе, как ты скачила. Булка! Да? Пойдем, покажу. Иди, смотри, вон лежит. Сонная такая. Иди сюда. Иди сюда, смотри. Булочки. Булочки? Это кому? Нет. Мне. А маме дашь одну? Нет. Да? Ну, пойдем ко мне в комнату, там тепло. Я думала, радости будет больше. Но что-то она не особо рада. Наверное, еще сонная. А будем тут сидеть? А у меня в комнате тепло, тут очень холодно. Пошли к маме в комнату. Все не может привыкнуть, что моя комната теперь там. Давай. Ой, позевашки, позевашки. Залазь на кровать. Сейчас поищем какой-то мультик. Садим чипсики, грызть булочки. И сироп надо попить, да? От кашля. О, боже мой, о, боже мой. Это нечто. Запахи, Даяна, смотри. Ой, ой-ой-ой. Что-то, мне кажется, у нее кашель поменялся. О-о-о. Но пробуй, давай. Мама тоже попробует кусочек. Ой, отнялась. Боже, как это вкусно. Слоеное тесто. Но я думала, оно будет воздушное. Но слоеное тоже очень вкусно. Пробуй. Ой, сейчас все будет в крошках. Ну ладно, потом птичкам вытряхнем. Так, несу Даяшке водичку, на. Забирай. Ой, и у меня тут еще бутылка с водой. Даяшка, кстати, не стала есть булочку. Откусила там буквально два раза немножко и все. Не знаю почему. А почему ты не хочешь булочку есть? Откусила. Ты откусила? Ой. Ну, я их тогда заморожу, тоже решила я не есть. Что? От греха подальше. А поедим чипсики. Чипсики мы любим, да? Да. Да. Даешь, когда там услышала, деток на улице бегают. Говорит, мам, там дети смеются. Да, видите, там гуляют на площадке. А мы дома. Ничего, зайчик, осталось пару дней, и уже скоро пойдем мы тоже гулять, да? Ты что-то такая вяленькая, расстроенная. Ой. У нас такая жара. Я тут разделась, села на стульчик, открыла балконное окно. Сижу, загораю. Боже, так печет. Прям как, знаете, если вот так закрыть глаза, можно представить, что ты на пляже лежишь. Просто такой кайф. А Даяшка там лежит в кофточке, в штанишках. Фух, жариха. Класс. Хочу на улицу. Опять. Так что буду я загорать. Сейчас опять посыпятся мне комментарии. Вот, Карина, что ты снимаешь себя обнаженную. Но вообще-то это мой влог. Это мой влоговый канал. И я что хочу, то и снимаю. Во-вторых, ну неужели вы не ходите летом на пляж? Там люди в купальниках, а я тут сижу просто в спортивном топе. Ничего плохого в этом не вижу. Да хоть голая буду. На своем канале я могу делать все, что хочу. Это вы приходите на мой канал смотреть меня. Я, вас никто не заставляет. Поэтому не нравится, уходим. Правильно? А я буду лежать, сидеть, загорать. Я тут не удержалась. Решила съесть одну булку. Тем более, я так подумала, знаете, когда я последний раз ела булочки, а тут такая красота. Посмотрите, это очень вкусно, она безумно сладкая. Низ вообще такой прям влажный-влажный. Вкуснятина. Так что всем приятного аппетита. Мы готовы.
Что ты хочешь? На ручки? Да. Давай, иди сюда. Опа. Опа. Мы готовимся ко сну. Время уже отбоя, да? Да, Йоанна. Ой, ну вот. Ой. Ой. Завтра уже пойдем к врачу, я надеюсь, она нас послушает. Мне очень не нравится ее кашель. Но она бодрячком, живчиком. Пьем сиропчик. Вот ты виснешь, мне так неудобно. Ой, тяжелая становится. Да? Ты тяжелая? Ладно. Будем идти отдыхать, ложиться спать. Всем до завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.